Пенсионному фонду 30 лет. 28 февраля 1991 года на территории Магаданской области создали отделение ПФР. Изначально одной из основных функций организации было обеспечение выплаты пенсий собственными доходами без дотаций из центра. Происходило это благодаря сборам страховых взносов от работодателей. В настоящее время ОПФР не только назначает, индексирует и выплачивает пенсии почти 43 тысячам жителей Магаданской области, но также помогает семьям реализовать их право на материнский капитал. Также сотрудники пенсионного фонда устанавливают компенсационные и ежемесячные выплаты за уход за нетрудоспособными гражданами. Век цифровизации ПФР активно развивает электронные ресурсы. На данный момент в личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступно 54 услуги. Редакция «Вечернего Магадана» поздравляет организацию с юбилеем и желает дальнейших успехов в работе.